Честно говоря, если рассматривать этот вопрос исторически, то отношение христианских проповедников, богословов и иерархов к масштабным народным гуляниям в преддверии Великого Поста на последней неделе, именуемой в народе Масленицей, в богослужебном уставе сырной седмицы или сыропустной, отношение это было в разные времена не одинаковым но преимущественно неодобрительным, иногда даже отрицательным, иногда даже запретительным. В лучшем случае, действительно, церковь смотрела на подобные народные забавы и увеселения сквозь пальцы, понимая, что далеко не каждый человек в состоянии воспринимать последнюю неделю перед Великим постом как своего рода переходный период как вступление, предисловие к этому самому великому посту, время, когда стоит, наоборот, наверное, несколько умерить свои а, радостные, и... Забавы, потехи, всевозможные развлечения. И когда стоит задумываться и настраиваться на то, что уже вот-вот наступит, что стоит возле нашего порога и что называется в церковном календаре весной духовной, время Великого Поста. В то же время я полагаю, что человеку не будет большого греха навещать своих родных и друзей в эти дни печь блины, и устраивать трапезы да, праздничные, заговляться в последние дни перед временем суровых подвигов и ограничений в пище. Да и нет, наверное, не будет, наверное, греха в каких-либо забавах, играх и гуляниях. Самое главное, о чем хотелось бы сказать, чтобы человек знал меру. Нет цены мере, и вот этим правилам стоит руководствоваться в очень многих вопросах повседневной и духовной жизни, в том числе, наверное, и в вопросе масленичных забав и гуляний. Они очень красочно, ярко и правдоподобно показаны, например, в широко известном замечательном фильме Никиты Михалкова Сибирский цирюльник. Вполне можно пересмотреть его в эти дни, чтобы их немножечко ощутить и погрузиться в атмосферу этих традиционных народных забав образца конца 19-го столетия. А тем, кто считает себя христианами да, и православными христианами, я бы напомнил напоследок о том, что, по сути дела, главным событием Масленичной недели, ее кульминацией, ее средоточием является прощенное воскресенье. Именно к этому моменту подводят нас все предшествующие дни. Именно ради этого, собственно, Масленичная неделя, наверное, и существует, чтобы мы, встречаясь со своими родными и близкими людьми, чтобы мы, разделяя с ними совместную праздничную трапезу, чтобы мы примирялись просили прощения, сбрасывали бы с своих плеч и своей души груз накопившихся обид, недопониманий, Ошибок, и чтобы сбросив вот эти якоря со своей души, вступали бы в поприще Великого Поста, в эти спасительные дни налегке, с легкой, очищенной душой и без камней и запасов.